на канале «Домашний» состоится повторный показ мелодрамы «Все о его бывшей», выход которой ожидается 17 сентября. В центре событий сериала Рита, давно потерявшая веру в любовь. Ее жизненный опыт свидетельствует о том, что искать себе мужа нужно осмотрительно и исключительно по расчету, а что-что, а в расчетах у Риты проблем нет. Игорь кажется идеальный кандидат, прекрасно выглядит, внимательный и с приличным доходом. Но что-то тут очень подозрительно, и не скрывается ли за внешней благополучной ширмой какой-нибудь роковой и существенный изъян, который может на корню перечеркнуть все плюсы. Чтобы разгадать эту тайну и выудить больше информации о своем потенциальном муже, Рита не находит ничего лучше, чем втереться в доверие к его бывшей жене. Главные роли в сериале исполнят Ольга Медынич, Эдуард Трухменев, Евгений Миллер, Дарья Калмыкова и другие. Повтор мелодрамы «Все о его бывшей» состоится 17 сентября на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.